И я выиграл, друзья, вот это фантастика, да, абсолютно неспортивно срубил флаг. Так, Сергей и Жук, вот да, пресловутый Спицыком, Сергей Жук. Вторая победа подряд, ну посмотрим. Так. Партия Гроза Михайловских, да. У меня неплохой счет, кстати, но я удивлен, что сам сегодня реально. Да, спасибо. Тоже, да, мотивации прям. Ну, в смысле, не то, что он Илья Николаев, честно говоря, я не знаю, кто он такой. Но я удивлен, что человек с очень высоким рейтингом. Друзья, просто давайте, не забывайте ставить лайки, также напоминаю вам про возможность. Флаг, а, да? Что я сижу, думаю? Просто он уронил флаг. Поддержать канал. Витик надолго задумался. Так, ну видите, я уже даже притормаживаю. Ну это его право. Берем берсерка. Что, берсерк еще есть, да? Вячеслава Витика. Берсерк еще есть. Напрямую? Так, а как вы, так, наверное, я бы не сказал, что я умею. Но я говорю, я сам удивлен. Что-то знает. Я, ну, в смысле, так, почему-то он, ну, по-моему, умеет играть. У меня же, давайте, кажется, ждем, у меня, да, было мало времени. У меня просто было мало времени. Усёж так и. Я взял и просто просрочил. Так. Ну, еще раз повторю, давайте я так не знаю, пойдем, кто, да? Такой Илья. Я думаю, что это хорошо. Я думал. Не думаю, что буду часто с ним играть. Так. Но, тем не менее, это, и это вот этой Илья пешки. Николаев, друзья. Слон F5, мне кажется, важно. Давайте так. Важно не допустить все эти три волнения, да? Так, это что уже так, такое? Что это, наверное, ладья я ошибку задумал. С Витиком, ну, а с Витиком что он задумал на ладья D8, я не пойму. Да, и это, так же видимо, быстро, наверное, был. Проиграл на радостях. Ну, ладно. Но бывает. Бывает, что делать. Вроде ничего нету, да? Ладно. Да, двигаемся дальше. Так же быстро на радостях Amazon. С Витиком проиграл. Иду пока на втором месте, как ни странно.